Мы не приветствуем такое поведение. У нас не было ни одного подобного случая. То есть мы это просто не позволяем. Какие вы лицемерные, честно. Что за хрень? Меня хотел спросить. Конкретно за эту драку я решил с него спросить. За своего брата заступиться. Николай Клименко поделился мнением относительно недавних событий с участием Шавхала Чурчаева. Глава РСС считает, что по большей степени вина за подобные инциденты лежат на организаторах. Также Клименко рассказал, что такие персонажи индустрии, как Якубов, Чурчаев и Хейбати, не приветствуются в их лиге. Перс решил высказаться на этот счет, вспомнив о предложениях организации выступить у них. Только что я одно сообщение прочитал про РСС, что они говорят... Мы не приветствуем, чтобы пойти на дат перс и так далее. Я так хочу сказать, сколько раз вообще вы мне предлагали поединок, и я отказался. Но хоть не будете лицемерны. Зачем так говорите? Ну, скажите, что мы предлагали, а перс не согласился. Вот так и скажи, не скажи, мы не приветствуем, или мы не хотим дать. Не хотим, понятно, но скажи, что перс не согласился. Какие вы лицемерные, честно. Что за хрень? Что вы думаете по этому поводу? Встреча Байрама Кахруманова и Фарида Ядулаева наконец состоялась. И как того можно было ожидать, закончилась она дракой. Тормози. Эта весть дошла до чемпиона хардкора ММА Набина Биева, который решил впрячься за Байру и спросить с его обидчика. Всем ассаламу алейкум, сейчас всем интересно касаемо вот этого конфликта. Я-то думал, вот изначально, когда у них перепалка была в интернете, потом в инстаграме, я думал, это все ради хайпа делается. Оказывается, они еще там подрались, у них драка произошла, вот конкретно за эту драку я решил с него спросить, за своего брата заступиться. Сейчас поедем, буквально через полтора часа мы собираемся выехать, с ним пообщаемся, посмотрим, если он еще что-то лишнее. в нашу сторону позволит, я с него сам лично спрошу. Это не боец, это булочка, по факту булочка. Он не в состоянии что-то мне там, что-то Байраму сделать. Он в тот вечер, даже когда с ним увиделся, он ему ничего не смог по факту сделать. Поэтому... Байра! Сейчас конкретно с Байри тоже. Вот Байра тоже уже на старте. Едем? Да. Все, мы на старте, погнали. По итогу всего, между Наби и Фарой состоялся разговор на улице, из которого стало известно, что конфликт Байры с Фаридом закрыт. Я тебе там тоже сказал, его там родственники, если ты берешь перед родственниками, его налетаешь. Родственники, то что это близкие его люди были. Хорошо, нормальные, послушай, такие, мы сидели, близкие, я видел, братья. Да, я видел. Ты берешь после, перед его близкими, после налетаешь. После того, что он все мне высказывал, я, смотри, к тебе ничего личного не имею, я тебе перед вот лицо свое, я бы как сделал. Возможно, я не в курсе каких-то деталей, но мне кажется, Наби его не стоило вмешиваться в личный конфликт между данными спортсменами. Все-таки Байра наговорил много, и, на мой взгляд, сам и должен был за это отвечать. Согласны ли вы с этим, или чемп сделал все правильно? На тебя сейчас брата приведут, он вот такой, брат! Кто тебя обижает? Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА.